Друзья, у нас очередной ужин, но уже турецкий. Угу. Вот это да. Угу. Вкусно. Ого, нифига себе. Вот это да. Вот это да. Давайте пройдем. Здрасте. Так, с чего вы начнете? Ага. Ага. Вот это так, да. Снимаю, я пойду побегу. Давай. Смотри, что делается. Смотри. Ага. Ой, вот это да. Все, берем? Берем? О, спасибо. Вот это да. Какие-то, короче, сегодня ужин посвящен турецкой кухне, турецким блюдам. Это одно из них. Сейчас будем пробовать. Не знаю даже, что это. Но проверим, как они встречают. Как они встречают. Это пиздец. Так, тут уже занято. Пойдем посмотрим дальше. О, наш любимый столик. Так. Пока не набежали, пойдем посмотрим. Да, ну, чай, кофе, все понятно. Ага, фишкет. Фишкет, курицы, овощи с мясом, фасоль. Вот таких деревянных, глиняных, непонятных посудах. Ну, картошечка. Немножко мяса, немножко рыбы. Еще чуть-чуть. Так, что у нас тут? Походу сладости. Название не знаю. Смотрите, переводите сами. Сладости со всякими коктейлями. Опять же сладкими. Вот такая вот прекрасная красота. Даже фото сделаю специально. Ой, какие тортики. Боже, сейчас буду одни тортики хавать. Да-да, сейчас все это съедят. Надо делать фото пока. И видео, пока все целое. Это пиздец. Вот они, кулинары, делают шедевры. Все, а вкусное какое все, друзья, вам не передать. Сладенькое. Тут тоже сладенькое, но тут у нас урюк какой-то. Это все турецкие сладости. Даже я не знаю, когда мы их успеем ли мы их перепробовать, но думаю, что нет. Да, день турецкой кухни. Да. Это все сладости. Два стола сладости. Там всякие тортики, здесь уже такое вот чисто всякие пахлава, там медовое. Вот это все. Сейчас покажу, как оно пропитано медом. Видите? А, вот. Пропитано медом, аж вытекает, брызгает из-под ложки. А, что уже и мне кушать захотелось немножко. О, печеные яблочки. Что это такое, интересно? А, это коржи такие специальные. Да, это да. И не коржи, а посуда. Не поймешь. Так, еще никого нет. Все. О, вот это да. Это ж просто натюрморт. Нужно нарушить ваш натюрморт. Да. Ага. Я так думал, что мы это все не перепробуем за неделю. Ой, о. Лакритно-желтый тортик. Ну, все понятно.
турки нас очень любят и уважают, как вы видите сами. Я не знаю, не, даже если по маленькой дольке каждого кусочка отрезать, мы просто это все не перепробуем. Все, я сегодня без мяса, короче, ем одни торты. Друзья, вы как хотите. Я по тортикам. Да. Так, ну это мы уже видели, по-моему. Если не видели, смотрим еще раз внимательно. И кушаем. Так, ну тут всякая другая еда. Да. Так, это что у нас? Сырная станция. Так, считаем виды сыра. Если не собьетесь. С меня бутылка. Мы продолжаем. Язык сыр. Чеддер. Тоже сыр, что ли? Нет, колбаса какая-то. Линза. Так, а тут я не показал. Вязаные сыром, травы, сыр. Копченый сырок. Это тыква, вот такая вот шедевральная. О, тут мясо еще немерено просто. Помогите. Не хочу, не хочу, не хочу. Вообще без названия, непонятно, что это такое. О, ну это я уже понял, что это похоже на крабовые палочки. Пробовал краба? Нет, я пробовал их палочки. Да. Да. Это что-то сладкое, да? Нет. Нет? Мясо. Мясо? Угу. Черт, чуть не ошибся. Вот... овощная станция, куча каких-то салатов. Да. Я думаю, видно хорошо, прочитаете название. Угу. Снова у нас супер. Рукоделы, сделаю из живых тыкв такие шедевры. Ну где вы такое еще видите? Так, а я еще до половины еды не дошел. Ой, уже гикать начинаю. О, чебурата. Фруктовые овощи. Нормально, вы где-то видели такое? О, салат шеф-повар. Ничего себе, это мы попробуем. Это мы попробуем. О, ой-ой-ой-ой. Так, нормально люди кушают, мы ходим, снимаем для вас, дорогие зрители. Где лайки, я не понял. Лайки, где подписки, где комментарии. Совесть имеете ли? Кстати, какие-то страдания, смотреть на это все не буду. Йогурт с огурцом. Типа окрошки, что ли? Тут миллион каких-то соусов. Горчица, овощи, лимонный, оливковое масло, йогурт с чем-то.
йогурт, соус с диллом. Не знаю, что это, не пробовал. Коктейль. Уксус с соей. Соус с базиликом. Солнечное масло с чесноком. Лимончики. Огурчики. Какие-то. Не знаю, как называется. Вот это знаю, помидорчики. Снова пошли салаты. О, петрушечка. Да. Один вопрос, как же это все перепробовать? О, куриный суп на горячий, обязательно возьми. Экогилен. Не знаю, что, переведем. Так, что у нас тут интересного? О, шаурма, что ли? Ничего себе. Вот она, какая настоящая шаурма. Понимаю, баранья. На вид очень вкусно. Она все продолжает встречать. Ой, какие блюда прекрасные есть. О, мы уже взяли, спасибо. Да. Как называется, скажите? English? Name. Вот так, name. Как? Чикофте. Чикофте? Yes. О, спасибо, thank you. Желтый чеснок. Лед тает. Жарко. Зелени немерено. Так, а это что за блюдо? А, это цветок. Извините. Нормальные люди. А ты сидят уже куст? Я уже куст общипать хотел. Общипать, да. Тебе да. Мало, да? Да, мне мало. Хотел уже куст попробовать. Нормальные люди сидят, кушают. А вы что? А мы ходим снимать. А зрители, зрители, где наши лайки, где наши? Они... Вы представляете эти страдания? Да. Ходить и ничего не есть? Войти первым и до сих пор еще не крошки во рту, и не глотка пива. Ага, и не глотка виски и текилы. Ты нашел меня сюда? Нет. Ну пошли. Пошли покажу, пока не заблудились. Стрим будем отсюда делать? А не, будет качество. Ютубы эти, хозяева Ютуба увидят, это вообще нас забанят, страйк кинут. Говорят, вы скажут, вы что творите, сволочи. Мы все работаем, пашем, кредиты берем. А вы, блядь, безработный пенсионер, сидите, жрете и бухаете. Вот, иди сюда. Вроде здесь. Или там лучше. Ну, нет, вот это мое забирание. Вот это же, знаешь, чужое. Вот это забери и пошли. Шампанское? Не хочу шампанского, оно мне надоело уже. Так, а здесь у нас станция мороженого. Так. А, фисташковое мое любимое. Это клубника. Мороженое. Что-то там шоколад, лимон, еще шоколад и стандартное белое. Так, а что у нас тут? Не надо мне этого чипира. Кофейная станция. Чайная станция. Это если не хватает обычного чая, можно попить там ромашка, роза, лимон, там что угодно, яблоко. Вот. Так, сколько у нас? 100 градусов есть? Есть. Немножко чашек. Ладно, пойдем дальше. Мороженое я вам уже показывал. Кладем его либо в специальную пиалочку, либо в вафельный стаканчик. На выбор. Фу, наконец-то до бара добрались. У меня тоже виски бери. Айранчик. Айранчик. Так, коньяка не хочу, виски. Виски возьми. Ой-ой-ой. А можно коньяк с водкой и с виски? У них какое все красиво. Ой, ой. Ой, нет. Шура! Мне люблю же я. И все. А, и все? Это, и покажи. Я показывал уже. Ой, ой, водичка. Виски? Виски, коньяк. Так, виски. Это что, водка? Коньяк, да. Водка и коньяк? Ты водку пробовал? Не хочу водки. Водка как водка. О, это соки разные еще. Это кола. Виски, кола. О, пиво, пиас. Взял два виски? Нет. Виски. Не путай.
такой вот ресторанчик скромный. Друзья, пойдем попробуем что-то покушать, а там посмотрим. Ладно, пока заканчиваем. До новых встреч. Да, а мы продолжаем, друзья. У нас сегодня день турецкой кухни, подтверждаешь? Да. Да, у нас сегодня... встретили на самом входе и удивили настолько уже, что уже, по-моему, сверх всего возможного и всего вообразимого, что можно только себе представить, дорогие друзья. Настолько все классно, все гостеприимно, настолько все радостно встречают гостей, что просто, просто душа радуется. А и, как они улыбаются, когда их берешь, да, их еду любимую? И жить хочется, и умирать не хочется, дорогие друзья. С каждым днем все радостнее жить. Да. Вам один совет. Не приезжая в Турцию, не набирайте много. Берите по-скромному, так как мы. Видите? Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Потому что если вы наберете вот это вот все, вам никакого стола не хватит. Даже свадебного. Тут сотни или тысячи видов разных блюд. Ну, плюс мороженое, плюс бар. Да? Ну что, друзья? Как говорится, кто не был, тот будет, кто был, не забудет. Смачно, он же Гога. Да. Ой, еще какие, ой, 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 ой. И еще, ой, мимо пролетают, ой, ой, ой. У меня глаза разбегаются. Так, надо одевать шоры, а то они мне опять не дадут пожрать. Такие дамочки ходят, что можно охренеть. Ты приглашаю за столик. А, типа, все оплачено, да? Идемте, я угощаю. Да, угощаю всех. Ну, ладно. Вы пока ставьте лайки, мы перекусим и что-нибудь вам еще поснимаем и расскажем. Смачного. И отдельно хочу вам показать тортики. Сука, взял 4. Их там 4 десятка. Один кусок уронил на пол. Блин. Так жалко, еще даже не попробовал. Вот такие вот курицы и тортики. Фу, наверное, мясо есть не буду. Ударю-ка я сегодня по тортикам. Потому что иначе их не попробовать. Да.